Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где нам дают возможность абсолютно без вложений на просмотр сайтов зарабатывать денежку. Бокс называется Fast Hits 4U. У меня снова вывод, друзья, все замечательно. Бокс платит он, друзья, в евро. Вот здесь нажимаем логи. И история вывода. И я выводила. Так, 4 августа. 0.44 евроцента. Платит он в евро. Ну и, естественно, зарабатываем мы все в евро. Переходим на кошелек. Дата операции 4 августа. Мне пришло 22.04, это уже поздно, я уже в это время, так как мимо почты это все идет, уже в кошелек, естественно, я не заходила. 0.44 евроцента, комиссион, вывод от FastHits4U.com. Все замечательно платит. Друзья, здесь обязательно нужно опубликовать на форуме последний вывод. Вот платежные доказательства. Кликаем. Значит, и что нужно? Так, новый пост. Я публикую сразу. Я перевела это все на английский. Здесь. Господи, какой у меня вывод? По очереди, друзья, я не помню, надо, чтобы знать, где у нас логи. Сейчас посмотрю. 1, 2, 3, 4. Значит, вывод 4. Profound. Так, новый топик. Вывод. Номер у меня 4. Здесь также 4. Ну а сюда, естественно, я публикую. Как бы скопировала платеж. Все. Как бы у меня я публиковала. И теперь уже спокойно буду работать. И следующий платеж, когда придет время выводить, естественно, я без проблем поставлю на вывод. Напоминаю, кто здесь не знает, захочет присоединиться. Здесь мы, у нас заработок на просмотре YouTube видео. Угу. У нас капча, как всегда. Здесь один раз только капчу мы вводим. И все, автобус. Что у нас здесь? Вот автобус готов. Заходим. Здесь видео более чем достаточно, друзья. Вот. Далее, что у нас еще? И просмотр ПТС. Также здесь как бы рекламки достаточно. Далее есть задачи. Так, а задачи у нас здесь еще можно. Давайте я сейчас переведу. Так. Вот кэшсерфинг еще есть, друзья. Можно зарабатывать на кэшсерфинге. Запускаете, и он автоматически как бы... Вот доступные сайты для серфинга, 16 сайтов. Запускаете и ждете, пока пройдет 16 рекламок. Далее еще есть, так, задачи. YouTube видео. И вот тут читаем, что здесь еще видео. Потом поделиться видео. Reddit пост сделать. Потом на форуме. Ну вот выбирайте любой обзор Facebook. Кликаем и читаем YouTube видео. Сделайте одно видео.
и выполните все требования. Затем опубликуйте его на YouTube. Продолжительность видео плюс 3 минуты. Качество видео плюс 360. Описание. Укажите свою реферальную ссылку. Включите в описание хэштеги. Вот эти. Вознаграждение 0,25 евро. Чтобы получить награду, нажмите на кнопку вниз и заполните форму. Все просто. И так вот все-все-все вот задачи. Твиттер поделиться. Также читаем. Награда 4 евро. Ой, евроцентов. Вот. И как бы это все. Далее еще... Здесь много конкурсов. Не забываем кликать мессенджер и читаем. Вот сегодня я заходила, прочитала два объявления. И регулярно здесь публикуются как бы новости, конкурсы, ну и тому подобное. Далее есть Telegram, официальная группа. Можно заходить, присоединяться. Будут вопросы, задавать вопросы. Там постоянно присутствует админ. И отвечают на вопросы. Вот это вот хорошо. И также у них есть свой официальный YouTube-канал. Также как бы можно подписаться. Далее. Апгрейд здесь у нас еще присутствует. Мы на стандарте без вложений. И читаем. Вот первое это без вложений. Минимальная сумма на вывод 5 евроцентов. Все это можно набрать и как бы поставить на вывод. Ну, здесь у нас идет от 1 евро. Это на 30 дней, а на год 11. Следующий апгрейд на 30 дней, да. 30 дней. Ну, на месяц 1,5 евро, на год. Вроде бы, если я не ошибаюсь. 16,50 или как-то так. О, да, цена за год. Цена за месяц. Первая идет. Здесь 1 евро. Здесь 1,5 евро. И здесь за год. Здесь 11, 16,50 евро. Вот. Ну и вывод обрабатывается в ручном режиме. Так что вы без паники. Ну вот. Ну, в данном момент у меня на балансе по нулям. И здесь не надо ничего, как бы, никаких кликов, никаких кэшпоинтов. Просто набираем минималку 0,05 евроцентов на вывод. И вот здесь читаем все, друзья, информацию. Обязательно. И не забываем опубликовать свой вывод на форуме. Вот. В целом я буксом очень довольна. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, не присоединяемся. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!